Так, началось. Поехали. Вот такую игрушечку запустим. Вообще-то вот очень любопытно, после этой игрушечки у меня произошел лаг, я не могу динамики нормально настроить. То есть нажимаю левым щелчком, правым щелчком. Ноль эмоций. Это как-то немного странно. Достижение. Что-то это такое интересное уже. Судя по всему, ужас. Деньги стыбли, серьезно? Интересно. Не хочу я нажимать пропускать, это вот прикольно. Ну, какие-то животные. Деньги давай. Так, о, это что у нас такое? Так, с этим ничего не сделаешь, засранцем, да? Любопытно. Так, мы можем взять, но не сможем ничего сделать. Так, а если мы возьмем, к примеру, кандалы? Нет, кандалы здесь не помогут. Это очень интересно. Че обучение? Это ваш инвентарь. Супер подсказка, если вы застряли. О, спасибо за супер подсказки. Так. Что использовать-то мы здесь можем? А, ядро. Слушай, как интересно. Хорошо, давай-ка я вот в него кину ядром.
Ну и чё? Отойди, держись подальше. Я так понял, я должен сбить монетку. Может, надо на монетку? Но есть и когда они будут держать. Да нифига непонятно пока что. Так, что мы еще можем здесь полапать-то? Ой, ужас какой. А, понял. Мне просто длины не хватало. Оригинально. Слушай, игра с юмором, блин. Держи, держи. А, он меня подкинул. Вот в чем прикол. Слушай, а забавная игра. С юмором. Прикольная. Блять, что еще такое? А это хренатень дерется. Ну и чё ты мне это показываешь? Ты не можешь туда добраться никак. Это я уже понял. Ничего нету. Он мне не мешает пройти. А ну-ка. Тёшки, мы как-то взяли крюк, да?
Так. Ну что ты ничего не можешь делать? Ты, в принципе, можешь вот так сделать. Или хотя бы вот так попробовать. Так. О. Бедные жучки. Мокрицы. Ну, положил ты сюда мокрицу. Дальше-то чего? До сих пор не можешь пройти, ты издеваешься? Что-то не понял. Погоди-ка. А, так ему такие ступеньки нужны были. Да, догадайся. Тут в голове что-то вынырнуло вообще. Любопытненько. Ну что ж, народ, я на этом, в принципе, закончу. Слушай, такая интересная игра получается. Это у нас еще она прологовая версия вышла. Нет, а только 20 октября будет доступна. Ну, слушай, прикольно сделано. Такой квестик с оригинальным юмором и, так сказать, многими жанрами. Ага, ну а да, это есть как раз таки демо-версия. Ну, слушай, прикольно сделано, мне понравилось. Всем удачи, всем пока.